Доброго дня, колеги. Good evening, colleagues. Розпочинаємо прес-конференцію головного тренера національної команди Андрія Шевченка і гравця команди Тараса Степаненка. Спочатку буде пару слов. Спочатку головний тренер звернеться зі словом вступним. Прошу так. Ну, сьогодні у нашого капітана Андрія V день рождення, поэтому ми його поздравляємо, желаємо крепкого здоров'я і успіхів. Все здорові, ті, хто готувались на ігру, ну, в частності, кроме Зубкова, значить, у команди хороше настроєння, тому сьогодні буде передергова тренування і завтра, значить, дуже важлива гра для нас, тому ми до неї готові. Окей, дякую, колеги. Прошу ставити запитання. Для цього підіймайте руку, використовуючи опцію Raised Hand. Ось я бачу вже ваші підняті руки. Зараз почнемо ставити запитання. Окей, Олег Барков, прошу зараз ставити запитання. Окей. Так, прошу. Меня слышно? Так, чути і бачимо. Отлично. Добрый вечер, Андрей Николаевич. В интервью официальному сайту УЕФА вы сказали, что уже добились результата, а все остальное будет большим бонусом для команды. Вам не кажется, что выход в плей-офф с третьего места за счет помощи других команд не то, что ждет вся Украина от сборной, которая громила Сербию, обыгрывала Португалию, Испанию, а ее тренер выигрывал Лигу чемпионов и золотой мяч? Я считаю, то, что я сказал, я считаю, это реально. Команда сыграла очень хорошо первых две игры, третью игру. Значит, у нас не совсем все получилось, как мы планировали. Поэтому мы добились результата того, которого мы хотели. Значит, для нас это очень хороший результат. Сейчас у нас есть еще одна игра реабилитировать себя за игру. Поэтому ребята готовятся, все будут делать для того, чтобы мы добились положительного результата. Антон Йохансон, please ask your question, Антон. Антон Йохансон, TT, please ask your question. Yes, a question for Andre. What do you remember about the game against Sweden in the Euros 2012? На англійському чи? Ні, можна російською, він йому перекладає. А, отличное воспоминание, отличная игра, поэтому играть на родном стадионе при своих зрителях. Было открытие чемпионата Европы, матч, забить два мяча. Для меня это супер воспоминание. Но это воспоминание, а завтра это совершенно другая игра. Окей, колеги, прошу використовувати опцію Raised Hand. Так, я бачу, зараз наступний у нас з'явився. Активніше. Yes, do you think Sweden is a better team now? Окей, sorry, Антон. I will give you opportunity later. No, it's fine. You still asked me a question. Я не думаю, что будет правильно говорить, какая команда лучше, какая хуже. Значит, завтрашний матч это покажет, какая команда лучше подготовится и лучше проведет матч. Okay. Мы совершенно разные по стилю, у нас совершенно разная, значит, наверное, философия игры. Поэтому дві команди проповідують різні стилі гри. Андрій Тодос, будь ласка, прошу. Добрий вечір. Це питання для обох, тренера і для гравця. Завтра велика кількість британської діаспори приїде до Глазго, щоб підтримувати команду. Не буде така кількість, як у Бухаресті, але все одно очікується сильна підтримка. Чи маєте їм щось переказати перед тому матчі? І так само, що би ви порадили шотландським фанатам, щоб вмовляти їх нас підтримувати завтра? Ну, в першу чергу, я думаю, дуже приємно, що, несмотря
на все ограничения, которые есть, и многие болельщики, которые хотели приехать сюда, они не приедут. У нас есть довольно-таки большая диаспора в Англии и Великобритании, и надеемся, что приедут нас поддержать. Значит, я думаю, доказывать мы... Команда будет все делать для того, чтобы был положительный результат. Команда старается, команда играет на пределе своих возможностей. Это футбол. Поэтому оправдываться никто не будет и какие-то обещания дарить никто не будет. Мы готовимся к завтрашнему матчу и хотим сыграть хороший матч. Тарас, вот так уж было питання до обох, щоб ти ще додав з приводу болівальників і матчу. Конечно, приятно, что люди приедут нас поддержать вдалеке от дома. И наши соотечественники, которые живут здесь, в Великобритании, поэтому ждем их на матче. И их поддержка для нас очень важна и приятна. Поэтому, ну и, конечно, для жителей Шотландии, которые, понятно, что очень любят спорт, футбол, чтобы они тоже приходили на стадион. И в любом случае играть с болельщиками намного лучше, приятней, и чем играть без болельщиков. Поэтому прийти посмотреть хороший футбол, поболеть за сборную Украины, они, я думаю, для них это тоже будет приятно. Андреа Сундберг, please ask your question. Yes, please ask your question, Andreas. A question to Andre. What do you think about the Swedish coach Jan Andersson and the way Sweden plays? Я очень уважаю тренеров, которые имеют свою философию и которая им дает возможность добиваться результата. Значит, у команды есть ярко выраженный стиль. Эта команда очень хорошо подготовлена, физически сильная, использует все свои сильные качества. Эта команда заслуживает большого уважения. Окей. Колеги, будь ласка, чи є ще запитання? Прошу піднімати руки, тому що на даний момент немає жодної піднятої руки. Якщо немає, а окей, бачу Олег Барков, будь ласка. Прошу піднімати руки заздалегідь, а не в останній момент. Будь ласка. Такой вопрос. Ваш соперник в период подготовки к матчу всей команды посетил парк аттракционов. Не думали ли вы как-то разрядить атмосферу? И какая вообще атмосфера сейчас царит в сборной? Вопрос можно к обоим участникам. Сборная царит отличная атмосфера. У нас не было возможности такой, потому что мы, в принципе, спрашивали, узнавали, можем мы это сделать или нет, но restriction, который касается ковида, значит, не давал нам возможности никуда выезжать из отеля. Поэтому, может быть, у кого-то были совершенно другие меры по карантину, но нам запретили все делать. Поэтому, кроме как ездить на тренировки, у нас не было другой возможности. Robert Borjesson, Expressen, please ask your question. Please, Robert Borjesson, ask your question. This is a question to both of you. What do you think about Alexander Isak? And also, how do you expect Sweden to play? Я думаю, что, как я уже сказал... Как я уже сказал, я не думаю, что команда будет слишком сильно менять свой стиль. То есть эта команда будет играть в своем определенном стиле. Значит, у них очень два хороших нападающих, которые хорошо очень перемещаются. Команда даже может делать прессинг. Поэтому команда, которая может отходить, может и агрессивно играть. Поэтому мы ждем к любому, мы готовы к любому сценарию. Андрій Торос, будь ласка. Прошу ставити запитання. Так, це питання до Андрія Миколайовича. Ви вже говорили про Зубков, що він завтра не буде грати. Чи це є правда, що він вже більше не зможе зіграти у тому чемпіонаті, якщо ми вийдемо далі? Чи це вже? Я думаю, немає сенсу говорити зараз об этом. Він з нами, він проходить реабілітацію зараз. Тобто, на даний момент, сейчас обсуждать этот момент, я думаю, будет даже неправильно.
Значит, он, пока он не готов к игре. Антон Йоханссон, please ask your question. A question for Andre. What is the most important thing you have to do as a team tomorrow against Sweden to win? Ну, однозначно, мы должны быть аккуратны, прежде всего, на стандартных положениях, потому что Sweden — это команда, которая очень хорошо использует стандартное положение. Значит, очень будет важно выигрывать подборы, очень много силовой борьбы будет. И, конечно же, это атаковать хорошо. Окей. Я бачу, немає вже запитань. Дякуємо журналістам за участь у прес-конференції. Дякуємо Андрію Шевченкові та Тарасу Степаненкові. Дякуємо вам. Спасибо. Thank you very much.